Оказывается, все это время вы делали медитации неправильно. Узнайте правду о том, как медитировать так, чтобы ваши желания точно исполнялись. Привет, с вами Лиза Волкова, и я эксперт номер один в Рунете по исполнению желаний силой мысли. Сегодня я решила сказать всю правду. На самом деле, реальная медитация и то, что мы с вами называем медитациями на исполнение желаний, там, на деньги, на любовь, это две совершенно разные вещи. А вы про это знали? В последнее время медитативные практики стали очень популярными. Их используют в программах по личностному росту, их практикуют и звезды, блогеры. О них много говорят вообще в интернете. Но чем популярнее становится медитация, тем больше людей не понимают, что именно они должны делать во время практики. Конечно же, есть огромная разница между медитациями духовных гуру, буддистов, между медитациями осознанности и современными активными медитациями, служащими для достижения конкретной цели. Посмотрите вот это видео внимательно, и сегодня я вам покажу, что такое настоящая медитация. На самом деле, те медитации, которые вы видите на моем канале и, скорее всего, активно практикуете, имеют мало общего с реальной практикой медитации, которая известна тысячи лет с далекой древности. То, что мы делаем, когда хотим перепрограммировать свой разум, я бы назвала активной медитацией. Это сродни гипнозу или шаманскому танцу, когда человек входит в естественное трансовое состояние и с помощью измененного состояния сознания внедряет в подсознание нужную программу. Это отличная практика для смены восприятия и управления реальностью. Через активные медитации мы можем кратно усилить свою визуализацию, можем в короткий срок исполнить важное желание. Но что же тогда такое реальная медитация? И для чего она вообще нужна? Я скажу так, она критично нужна, если вы хотите стать творцом своей реальности. Уметь осознанно направлять свою судьбу в нужное русло тогда, когда вам это потребуется, а не от раза к разу. И эту медитацию я бы назвала трансцендентной медитацией или медитацией осознанности. Она непременно должна быть в арсенале каждого волшебника. Продолжайте смотреть, и я вам сегодня покажу, как ее делать. Знаете, ведь именно с помощью проработки своего сознания, где немалую часть работы выполнили медитации, я создала жизнь своей мечты с полного нуля. У меня ничего не было, но сейчас, на данный момент, все мои самые большие и заветные мечты исполнены. Я счастлива в семейных отношениях с любимым мужчиной. Мы живем в гармонии и любви. Я самореализовалась как творческий человек и как предприниматель. Мой доход превышает все мои мыслимые и немыслимые мечты и измеряется миллионами. Я путешествую по всему миру и только за последнее время побывала на пирамидах Майя в Мексике, изучала подводный мир в Красном море, жила в горах Сочи, вот они, и гуляла по дорогому Дубаю. Одним словом, я счастлива. Я живу по-настоящему. Уже многие годы я старательно анализирую, как работает закон притяжения, и то, что я узнала за все это время, просто невероятно. Это информация, которая способна перевернуть весь ваш мир. Это изменит вас навсегда. В ближайшие дни я проведу бесплатный мастер-класс по материализации намерений. Хотите стать участником? Тогда прямо сейчас вам нужно найти ссылку в описании этого видео, перейти на сайт и зарегистрироваться. И ждать начала. Итак, в чем же отличие медитации осознанности от активной медитации на исполнение желаний? И для чего необходима медитация осознанности? Основным ключевым отличием является то, что в настоящей медитации вы учитесь возвращаться в момент сейчас и пребывать в нем. Дело в том, что размышляя о чем-либо, когда у вас непрерывный мысленный диалог внутри вашей головы, вы находитесь не здесь, в настоящем. Вы либо в прошлом, либо в будущем. Но блуждая по времени, вы теряете способность творить реальность. Эта способность становится доступной только когда вы останавливаете мысль-мешалку и возвращаетесь в момент сейчас. Поэтому каждому настоящему волшебнику нужна медитация осознанности. Хотите попробовать? Тогда ставьте лайк этому видео и приступим. Медитация осознанности никогда не выполняется под голос ведущего, но вы можете использовать музыку или звуки природы, хотя и это не обязательно. Например, часто я делаю такую медитацию просто в гуще жизни
и считаю, что это просто высший пилотаж. Как же сделать медитацию осознанности и взять свою жизнь под контроль? На самом деле вы сможете начать управлять своей судьбой, вот всеми событиями своей жизни, только когда научитесь управлять вот своими мыслями, которые здесь. И начать необходимо с осознанности, то есть наблюдение за миром в моменте сейчас. Это есть осознанность. И вот 7 правил качественной медитации осознанности. Правило первое. Медитацию нужно выполнять, когда вы наиболее спокойны. Не в состоянии стресса, когда ваш ум мечется и бегает то в прошлое, то в будущее. Вам нужно предварительно успокоить разум и тело. А выполните подготовку, которая вам подходит. Задействуйте какие-то другие расслабляющие техники, например, дыхательные. Очень хорошо работает просто 3 глубоких вдоха и выдоха. Вы можете принять теплую ванну, она хорошо расслабляет. Вы можете еще на что-то отвлечься. Главное, вам нужно максимально расслабить свое тело физическое. И когда вы расслаблены, то вы можете начинать медитацию. Правило второе. Для начала практики нужно сесть так, как вам удобно. Если вы только начинаете практиковать, не нужно слишком сильно заморачиваться, повторяя там сложную позу гуру, который медитирует уже по 20 лет. Не нужно вдаваться в особенности различных техник, искать информацию, какие мудры там держать и так далее. Это лишние сложности, которые сильно нагружают ваш разум. Просто повторяйте за мной. Положите ваши руки на колени ладонями вверх. Постарайтесь держать спину ровно, так как это основной канал, по которому распределяется энергия. И самой нижней точки, которая соприкасается с землей, энергия течет вверх и соединяет вас с энергией Вселенной. Поэтому держите спину ровно. На самом деле не нужно сидеть так, как я сижу. На самом деле лучший вариант, если вы найдете удобное кресло, и просто сядете. Также вариант для новичков, я с этого начинала, спокойно лечь и положите руки ладонями вверх. Правило третье. Не перенапрягайтесь. Потому что если вы будете сконцентрированы на положении спины, на удержании нужной позы, то ваш разум не сможет оставаться спокойным, и вы не сможете достигнуть нужного состояния, отсутствия мыслей в вашей голове, состояния пустоты сознания. Также не стоит слишком сильно переживать, правильно ли вы сели, правильно ли вы дышите. Все эти переживания – это лишние мысли. И именно от этих мыслей вам нужно избавляться. А если вы их еще добавляете, становится только хуже. Мне рассказывали мои ученики, что после медитации они выходят изнеможденные, как будто после тренировки спортивной. Но это вообще неправильно. На самом деле, после медитации вы должны чувствовать максимальное расслабление, максимальное удовольствие. Короче, никакого напряжения. Просто спокойно себе скажите, как бы я ни сделал, я все делаю правильно. Итак, когда вы расслабились, сели правильно, закройте глаза и начинайте спокойно дышать. Постарайтесь дышать одновременно спокойно и глубоко, так протяженно. Старайтесь дышать животом, делая медленные и глубокие вдохи и выдохи. Старайтесь дышать носом, не ртом. И вместе с расслаблением и дыханием в вашей голове начинается спонтанный диалог. Мысли сами приходят к вам. Это все так устроены. Поэтому здесь идет сразу 4 правило. Не надо стараться, не думать ни о чем и делать усилия, чтобы прогнать мысли. Так вы еще больше усилите фокус внимания на своем мысленном процессе, что вообще недопустимо во время медитации осознанности. Вам нужно научиться просто быть наблюдателем процесса, как бы со стороны, не сопротивляться, не управлять процессом с применением силы воли. Вам нужно осознать, что причиной вашего внутреннего диалога является работа ваших органов чувств. Вы ощущаете, например, изменение температуры, свет, звуки. И начинается диалог. Надо чем-то укрыться, иначе я замерзну. Надо выключить свет, он мешает мне расслабиться и так далее. То есть слух, вкус, ощущение тела, все это начинает давать вам сигналы, что есть некая внешняя среда, и вы по привычке начинаете фокусироваться на внешнем мире. Но задача наша во время медитации – это сфокусироваться на своем теле, на своих мыслях, и стать наблюдателем, это очень важно, стать именно сторонним наблюдателем
всех-всех-всех процессов. Вы можете наблюдать, как свое тело, как оно дышит, как тело делает вдох, выдох, какие ощущения есть на коже, какие ощущения есть внутри тела. Также вы можете наблюдать за внешним миром. Например, вы можете наблюдать, как мушка села на вашу кожу, например. И не раздражаться, не реагировать, а наблюдать ваши ощущения, какие ощущения вы испытываете от этого. Вы должны понимать, что тело – это не вы, внешний мир – это не вы, а вы некий сторонний наблюдатель. И вы в моменте здесь и сейчас наблюдаете эту реальность. Когда вы делаете медитацию, вы не можете полностью выключить ваши органы чувств, хотя на моем марафоне по исполнению желаний я учу своих учеников полностью выключать органы чувств, и они проходят удивительную шаманскую практику, которой вообще больше нигде нет. Она называется «Остановка мира». Мы реально блокируем все органы чувств для того, чтобы соприкоснуться со своим внутренним миром напрямую. Это очень удивительная практика, но сейчас не об этом. А так как во время медитации вы не можете взять и отключить все органы чувств, но вы можете быть в состоянии пассивного наблюдателя за теми сигналами, которые поступают вам из внешнего мира. Просто наблюдайте их, не анализируя. Начните практиковать медитацию, наблюдайте за этим миром спокойно, отстраненно. И вот пятое правило. Не пытайтесь делать сразу очень долгую медитацию, то есть ставить там таймер на час и сидеть целый час. Вы на самом деле не сможете первое время очень долго оставаться спокойным и очень долго пребывать в этом состоянии пассивного наблюдения. Вы обязательно свалитесь в диалог и размышления, что не является целью медитации. Поэтому разрешите себе хотя бы начинать с нескольких минут. И этого будет достаточно, чтобы достичь истинной цели медитации – освободить и успокоить ваш разум. Правило шестое. Не обязательно привязываться к конкретному времени суток, чтобы выполнить свою медитацию. Делайте ее тогда, когда вы можете, когда вы наиболее расположены, когда вы не в стрессе, когда у вас такое хорошее настроение и вы спокойны. И, наконец, правило седьмое. Лучше медитировать чаще и с небольшими интервалами по времени, чем медитировать час один раз в месяц. Тренируйте свой разум послушно отключаться от мыслительного процесса, от органов чувств. Тренируйте подсознание быть сторонним наблюдателем. Это и есть осознанность. Вам нужно научить и свое тело быть осознанным, то есть абстрагироваться от ощущений внешнего мира. И когда вы сможете быть наблюдателем долгое время, пропуская через себя различные сигналы и просто наблюдая их, то в один прекрасный момент вас посетит удивительное чувство абсолютного спокойствия и единения со всем, что есть вокруг вас, со всей Вселенной. Но не искушайтесь попасть туда сразу или по усилию силы воли. Не ставьте себе такую цель. Вообще такой цели быть не должно. Прилагая усилия, вы получите лишь разочарование на самом деле. Поэтому просто расслабьтесь, дышите и наблюдайте. Неважно, сколько времени потребуется, кому-то месяц, кому-то год. Просто учитесь, практикуйте, делайте это. В конце концов, каждый спокойный наблюдатель обязательно попадет в точку связи со Вселенной, где есть понимание и осознание всех процессов сразу. Становясь более осознанным с каждой новой медитацией, вы раскроете в себе удивительные способности. Вы научитесь замечать свои мысли, даже самые-самые маленькие мысли, и научитесь понимать, как происходит материализация мыслей в этой реальности. Каким образом ваши мысли создают вашу реальность. Когда вы научитесь наблюдать за этим миром, за этим процессом, вы обретете контроль над своей жизнью. И очень хорошим побочным эффектом от медитации станет полное избавление от стресса. А полное избавление от стресса будет вести вас к чистому разуму, когда вы станете очень эффективны по работе, а также к избавлению от очень многих болезней тела. Это очень приятный бонус, поэтому занимайтесь медитациями осознанности. И, кстати, для зрителей этого видео, для вас я подготовила подарок. Это короткая, но суперценная брошюра с моими лучшими техниками исполнения желаний. Подарок спрятан вот здесь, в правом верхнем углу вашего экрана.
Уверена, это именно то, что вам сейчас нужно. Поэтому дарю от души. Ну и подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы получить оповещение о моих следующих видео. А еще я приглашаю вас на свой Инстаграм. Там вы прочитаете очень много интересных постов. Там я публикую истории с ответами на вопросы, и там вы можете пообщаться со мной в режиме реального времени. Поэтому подписывайтесь, мой Инстаграм — сила в мыслях.